В США сконструировали самый мощный магнит. Его магнитное поле создает силу в 32 Тесла. Американские ученые из Национальной лаборатории высокого магнитного поля заявили о создании самого мощного сверхпроводящего магнита в истории. Таким образом, в данной области установлен новый мировой рекорд, пишет Science Alert. Сообщается, что магнит на 33% более мощный, нежели предыдущий рекордсмен, а также в 3000 раз более сильный, нежели небольшой магнит на холодильник. Эта разработка является самой значимой за последние 40 лет в своей сфере. Это настоящая революция в разработке и производстве магнитов. Новая конструкция магнитов позволит нам применять новые экспериментальные методы здесь, в нашей лаборатории, но также повысит мощь других научных инструментов, рентгенов и рассеивателей нейтронов по всему миру, отметил директор Maglab Грег Бабингер. Магнит получил название 32T и изготовлен из комбинации низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводников. Ожидается, что доступен он будет для использования учеными по всему миру уже в следующем году. Ранее корреспондент Net сообщал, что ученые создали самую большую симуляцию развития Вселенной. По материалам сайта newsgro.com.